Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ну что, открываем сундук и получаем с тобой 8 замков пряничных, я так понимаю. Ну что, зайдем на тренировку и заберем наш отряд, который уже давным-давно созрел. Так, награды за тренировку и сразу же отправляем его обратно. Пускай там сидит безвылазно, пока не прокачается. Так, в магазине что-то у нас тут доступно, поэтому смотрим. Ага, ага. Ничего-то мне и не надо здесь. Арена. Запрос. Пряничный домик. Ребята, 21 карточка. И плюс ко всему прочему мы получаем то, что у нас уже и есть. То есть не особо хорошая награда на самом-то деле. Поэтому в бой. В бой идут одни тыквоголовые. Шучу, ребята, шучу. А знаете, почему я поставил аватарочку себе такую? Потому что я выгляжу сейчас в данный момент приблизительно как эта тыква. Да, приблизительно как я. Поэтому я решил, лучше пускай будет такая вот, чем вы меня увидите в реале таком. Так, ну что же, давай мы, наверное... Что там? Что ты, родненький? Пойдем, давай, фехтовальщик. Нечего тебе тут буянить. Сейчас мы этого паладина шурк-шурк и... И что? Вот так вот. Вот так вот. И туда примехонько, ребята, к замку. Все. Кстати, нам нужно было посмотреть, какие у нас ежедневочки сегодня. Да, вот это я забыл. А ежедневочки, ребята, у нас, я вижу, так, погоди-ка. А какая еще обработка еще? У нас ползун, друзья, если я не ошибаюсь, ползун, ползунок, по-другому, нам нужен. Он ведь нам нужен? Конечно, ребята, 679 карточек на... Так, а нам точно ползун, да? Ой, что-то много слишком каких-то обработок. Соберите свой отряд. Здоровский отряд у нас. Ладно, нам, ребят, не впервой выигрывать таким отрядом. То есть, ты понимаешь, да, это будет замок. Наше основное... Погоди. Я, кажется, попутал. Это зомби-камикадзе, где будет, да, выходить? Точно, друзья мои. Точно. Камикадзе плюс ползун. Та самая горячительная смесь, которая нас всегда вымораживала. Ну да, с этим ничего не поделаешь, к сожалению. Ну, что же я могу сказать, ребят? Вот так могу бомбануть. Ну куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, что ты делаешь, а? Ну что ты делаешь, родной ты мой, а? Сейчас мы тебе просто... Давай ускорение, ребят, поставим, потому что тут все равно надо играть на ускорение, как ни крути. Чух-чух-чух-чух. Давай-давай-давай, ломай там замок им. Ну, перебор. Это перебор, друзья мои, да? Все, мы выиграли, как полагается. Поэтому продолжаем. Так, вот у нас ползун. Ползунок я его называю иногда. 23 карточки мы получаем. Поэтому, друзья мои, надо еще идти. Почему такая долгая обработка? Не знаю, ребята. Ну, в любом случае, соберите свой отряд. Такой отряд у нас прям, знаешь, смачный. Да, именно смачный, ребята. Состоящий из двух бойцов из замка. Обалдеть. Ну, что поделаешь. Такова жизнь, друзья мои, такова жизнь. Так что, поехали. Беги, охламон несчастный. Взрывай там этого. Ох ты, как хорошо получилось, прям двоих. Тут, наверное, надо будет, знаешь, что сделать? А мы сделаем сейчас чуть-чуть попозже. Угу. Есть у меня одна секреточка. Вот. Не то я, конечно, сделал. Не то, ребята, я... Ой. Ну-ка. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, взрывайся. Есть, контактиш. Блин, камикадзе заставляет после себя очень, ребята, вонючую грязную лужу. Она меня начинает вымораживать. Ну. Ой, сейчас бумкнет, уже бумкнул. Ну, слушай, ну это совсем же ни в какие ворота не вписывается. Вам так не кажется, ребятушки, а? Да-да-да-да-да, камикадзе, следом идет... Опа, все. Четенько, я подловил его как пить дать, друзья. Ну что же, мы продолжаем нашу эпопею и...
забираем 13 карточек на ползунка. Это еще не конец, ребята. Последний поединок будет именно сейчас. Раз, два, три. Фух, готов я. Я готов, готовы ли противники? А в принципе, ребята, кто их будет спрашивать, готовы они или нет. Бомбанем и все. И глазом, как говорится, не поморщим, да? И не моргнем. Куда ты ползешь, а, ползун? Ползун куда-то разогнался, непонятно куда. Непонятно зачем. А где этот-то? Вот он вышел, на тебе. Так, теперь можно, в принципе, активироваться, да? Я жду этого фаербола, друзья мои. Ждыриш. Ну, естественно, он мне в ответку начинает вредить. Начинает притягивать, примагничивать. Вот тут сейчас плохо, ребята. Ой, сейчас выйдет камикадзе. Ай-яй-яй-яй. Ха! Как щегла мы тут его забомбили. Так, мелкие торопышки, давайте. Ну, что там, блин, я не знаю, рассусоливайте-то. Ну, все, сейчас все полягут. Поехал. Yes, of course. Все, друзья мои, здесь мы выиграли. И потом переходим к основному нашему заданию. Это, соответственно, побеждать противников. Не только на арене, но и, как говорится, на определенных миссиях. Ну что, подключение там зависло опять, а? Так, друзья мои, мне пришлось выйти из игры, потому что зависло там все к чертовой бабушке. И вот типа того, да? Загрузка, ну давай, грузись. Что в последнее время происходит вообще с игрой, я не понимаю. Ну ты посмотри, действительно зависло на загрузке. Башня Джем и дальше-то что? А, вот, все. Все, башня Джем. Слушай, нафиг, больше не буду заходить никуда. Я пошел, друзья мои, в бой. Все, надоело мне на это любоваться. У нас тут, тем более, о, территория нежити. Моя любимая территория, да? Так, вот мне не нравится, что здесь прыгун. Ой, как мне это не нравится. Что-то, ребята, у меня голос хриплее и хриплее становится. Ну, кашель. Болею, друзья мои, болею. Что не поделаешь с этим. Ну, я не знаю, давай, наверное, ну, вот этот отряд возьмем. Попробуем, друзья. Я не знаю, что у нас из этого получится. Но думаю, ничего плохого не будет. Прыгун, да, прыгун, конечно, бесевый. Так, ну он выпускает первого голема. О, вот ты как. Еще и банш он позвал. Так, ну что ж, я не знаю. Если он сейчас, не дай боже, вызовет прыгуна, ребята, это будет плохо. Давай вот так вот делать. Вот так вот туда всех откидываем. А вот, ребятушки, и прыгунок. Так, а прыгунка-то мы хлопнули, как ни странно. Но он вызвал еще одного прыгунка. Его Джену нашему кронтарике, да, приснились. Печалька. Но дальше ему не пройти. Ну, никак он не пройдет, ты понимаешь? Дальше все, ему тут кирдычок. Наворотничок. О, смотри, что наярит. Смотри, смотри, смотри. И что он там делает, а? Сухоплет. Вот так вот. Ну и все. Думаю, что тут, друзья, дальше уже и гадать нечего. Разобрались с полточка. Главное, чтобы не было долгих загрузок. Хм, удивительно. Ничего нету. А задание ежедневное, кстати, до сих пор обновляется, прикинь. Так, ну что, мы здесь ожидаем кого? Когтистого, собственной персоны. Ну, на когтистого у нас есть копейщик, в принципе. Да? Я думаю, он будет здесь неплохо смотреться. Так что пошли. Големчик вышел, големчик вышел. И здесь, кстати, очень даже неплохо пригодится, ребята. Блин, хотел Луджена позвать, но думаю, ладно, фиг с ним. Смотри, 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 смотри. Как же он сильно наяривает, а, ребята? Когтистый-то этот. Ну, здравствуйте, какая еще обработка пошла? Эй! Вы что творите, а? Какой? Это что сейчас было?
Квест завершен, защита лучше. А, это только сейчас созрело. Вот там вот, где вылетело у меня. Я только сейчас получил награду. Прикинь. Зашибись. Ну, мы с тобой прошли. Там, где мы забирали, у меня же на последнем этом вылетело. Мне пришлось перезайти в игру. И сейчас они вдруг решили мне эту награду выдать. Прям посреди, блин, боя. Оригинально. Такого я еще не видел и не помню, чтобы было. Да хорош уже, прицепились-то. Во, давай, голем, вали. Вон, и как они все на него напали, а? Все на него напали, а мы жестко отбивались. Нет, ребята, я вот честно вам скажу, вот Жен меня расстроил. Объясню чем. Во-первых, ребят, когда за него играет противник, да? Он такой мощный, весь такой, знаешь, невозмутимый. А когда я за него стал играть, он... Ну что это, ну... Урона толкового нету, откидывает очень редко врагов. Так что он не стоит того, чтобы его прокачивать. Не, не стоит. Так что вот поэтому, ребята, я немножечко и разочарован именно в нем. Так, квесты забрали суть, ребята. У меня что-то голос все садится, все больше и больше. Я прям чувствую, как он... Скоро вообще, по ходу дела, буду шепотом говорить. Все идет именно к этому. Блин, а мне бы не хотелось потерять голос. Потеряешь голос, это уже получается... Ну, если, ребята, вы увидите видосики без моей озвучки, то знаете, что Рейчик потерял голос. Угу. А вот насколько он потерял, это я уже не знаю, ребята. Ну, я тебе скажу, что очень неприятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Куда же ты, а? Куда же ты лезешь-то, попрыгунчик ты, стрекоза? Вечно он лезет. Но я тебе говорю, что он сейчас еще вызовет. Не может быть, чтобы он только одного позвал, и все. Так, вот же, давай, выходи. Я жду просто, я не хочу неожиданности. Вон, видишь, вот он. Поэтому Вуджену крышка сейчас будет. Стандартиш. Ладно, двигаемся дальше. О-хо-хо-хо. Иди сюда, пакость. Уже хотел заниматься перекачкой, но благо мы его подбили. Опять этот прыгунцовский, а? И опять достается Вуджену, да чтоб тебе, а? Нет, это не дело, ребят. Этот там еще, смотри, 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 перекачкой занимается. Идите сюда все, достали вы уже там, а? И опять вот Жену, да? Чтоб этого прыгуна разорвало на тысячу мелких кусочков-то, он заколебал уже. Все время он уничтожает моего вот Жены. Дошли. Ну, я тебе скажу, что вот этот отряд рыцарей, мечников, роботов, в данный момент вот это моя комбинация, она здесь не особо хорошо рулит. Я бы сказал, даже вообще не рулит. Очень кисло. Очень, ребята, кисло. И по времени мы с тобой еле-еле успеваем. 21 секунда оставалось до того, как я проиграю. Но, слава богу, мы все-таки здесь опять же справились. Ребят, здесь я уже буду брать, естественно, наш турбо-отряд. Потому что я верю только, только в него. Блин, да что ж с голосом-то, а, ребят? Офигеть. То насморк, то сопли, то кашель. Теперь голос еще не хватало потерять. Обоняния нет, ребята. Запахов не чувствую. Трындец. Ай, не знаю, что это такое. Что это за болезнь? Что это за хворь такая на меня напала? М? О, шух. Замечательно. Так, подбили. Ну-ка, давай-ка. Ага. Ронин. Блин, ну вот этого не хватало, только пакостника. Понятно, Ронин даже не собирается бежать. Ну, давай уничтожь этого. Вот это было красиво. Вот это, ребятушки, было красиво. Ой.
А вот это уже совсем некрасиво. Да ну ты серьезно, что ли, сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой, что творится, ребят? Да ладно, через отражение, что ли, подбили мы их? Ух! Вот тебе, блин, отражение. Ты видел, что прыгун сделал? Прыгун сделал замечательно. Просто берет, перепрыгивает всех и... Давай, как говорится, всех там налево и направо, да? Раскидывать. Ну вот мы и добрались до замка. Ага, кто там хиляет-то? Не могу... Понятно. Давай-давай, Рунин. Шурк! Все. Квест-лавина завершен. Квест-лавина завершен. Мы заберем с тобой здесь награду. Так. Друзья мои, берем сундук нежити. И достаем отсюда прыгуна, банши и зомби. Так, а у нас нефритовая долина. О как. Если... Давай я, наверное, возьму этот отряд. В принципе, отрядик неплохой. Надо доиграть на нем энергию, как говорится, да? И все будет ништяк. Давай-ка. Ну, допустим, я сделаю вот так вот. Допустим, ребятушки, допустим. Так, эть, халабуда вышел. Блин, ребят, надо кого-то помощнее взять. Давай, наверное, так. Слушай, а мы тут справимся хоть, а? Если я вот так сделаю. А если я еще всадник на журавле? Нормально, я тебе скажу. Так, давай еще раз паладинчика. Еще раз паладинчика и... Ну какой же ты, ну тугой, ну прям не могу, ребят, ну как его тяжело разбирать, а? Это вот Таракоша, ну ты посмотри. Ты просто полюбуйся на него. Вот Женчик пошел. Вот Женчик пошел, ой-ой-ой-ой. Ой, как там, смотри, как... Как замечательно бомбим. И еще, ребята, да, у Джена недостаток есть в том, что он не наносит урон замку. Угу. Вот такие вот петрушки. Такс. Погнали дальше. Ну, здесь что? Здесь ничего, ребята, страшного опять же нету. Ну, всадник на журавле, да, бесявый, конечно, не спорю. И у нас... А что у нас? У нас только паладин может с ним довольно легко расправиться, да, в принципе. Больше альтернативы нету. Ну-ка, попробуем. Слушай, надо, наверное, тоже всадника вызывать. Угу. Давай. Позовем нашего тоже всадничка здесь. Что-то как-то... Что-то как-то нехорошо все это. Ну, да ёк-макрак, Василий, чё ты, кого ты там тыкаешь, что тыкает она, блин? Кого-то тыкало, непонятно кого тыкало, несчастные, а? Как они мне дороги все. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, я думал, сейчас дотянется до этого. Ну, смех и грех, а? Ну что? Давай, 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 давай. Да мы не можем, блин, пробиться, ты понимаешь? Здесь вообще не можем пробиться. Ну-ка, давай так сделаем. Ага. И все это из-за вот этих вот каменных солдат. Они напрягают, очень сильно напрягают, ребят. Прям, я бы сказал, ух, как я... Не могу аж.
Ладно, давай так сделаем. Ну, ну, друзья мои, ну давайте, ну, замок рядом, вот он, вот он, вот. Какое-то издевательство, ребята, ну все. Да, тяжело так, таким, конечно, отрядом здесь играть. Очень тяжело. Ну что у нас тут прибавляется? О, друзья мои, тут уже, ну, у нас энергии нету. Угу. Ну это не беда. Мы возьмем... Погоди-ка. Да ладно, давай, в принципе, что нам терять-то? У них здесь, конечно, есть Вуджена. У нас что есть, а у нас ничего нету. Против Вуджена будет тяжело, конечно, драться. Угу. Тяжело, Ватенька. Ну, давай, попробуем, значит, короче, сделать так. Так, он меня решил самураями, что ли, завалить здесь, или что? Там еще 100% Вуджен появится. С минуту на минуту. А вот и он. Вспомни, как говорится, вот и оно. В кучу. Хе-хе-хе. Старая, старая рейвская подловка. И она сработала, понимаешь? Она сработала. Но это не говорит о том, что Вуджена больше не будет. Естественно, он сейчас выйдет. Вот он, ребят, вот он. Плешивый вылез. И тут уже фейербол нам не поможет. Ты посмотри, как он у него... Блин, он... Ну как это может быть? Ну... А что, Вуджена... Мы Вуджена все-таки прожарили, да? Блин, он взял, откинул мне эту мою богиню солнца. Ёк-макарёк, ну чтоб тебе черти жрали в аду, а? Так, ну здесь уже получше, ребят. Даже если Вуджен появится, мы его здесь нахлобучим. Мы его нахлобучим вот так вот. Хоть-хоть, только и успел сказать, хоть-хоть. И тут же отдуплился. Вот так вот, будет знать, как хейкать. Хейкает он мне здесь. Хейтер несчастный. Так, ну что, друзья мои, дальше идем. А дальше у нас вот такая вот великолепная команда. Слава богу, без Вуджена, как ты заметил, да? Правильно, нечего ему здесь делать, когда взрослые дяди играют. Пришел тут своим трубочистом. Насвистывает мне там. Все, игры кончились. А я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сейчас сразу же начну с богини солнца. Да-да-да. Потому что этот еле идет, навозник. Ему тяжело, видимо, идти. Вот, поэтому богиня солнца любит... Вот так вот. Что? А-а-а, все на огонечке погорели, прикинь. Вот это вот... Это очень хорошо, ребят. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай, богинюшка, жарь, пожалуйста, по этому халабуде. Нам надо тоже вызывать, ребята, нефритового бойца Тракошу. Ты-дыщ! Всех сдуло. Понимаешь, всех сдуло. Ветром. Ну, я думаю, что все, тут уже... Не о чем тут говорить. Нет, он все равно до последнего, да? Он все равно меня до последнего хотел доколупать. Но не тут-то было. Мы все-таки хитрее и умнее. Такс, ладно, я здесь не буду, ребята, искушать судьбу. Я возьму наш отряд. Отряд Трисогузки. И будем сейчас делать вещи, дела. Видишь, кого он вызвал? Самурая. На самурая кто у нас есть? Правильно, на самурая у нас есть воин-чародей. Вот так вот он делает. Блин, вот Джен этот лезет.
Ну, началось. Это уже, конечно, подленько было сейчас. Куда ты? В плане. Есть. Наказали мы эту богиню солнца, вражескую, естественно. А ты даже сомневался, что у него самурай начнет плакать? Я нисколечко не сомневался, ребят. Он же плакса. Он же вечно ноет. Нытик. Так, ну что, забираем с тобой сундук нефритовой империи. И здесь нам выпадает такая вот штука. Такая вот штука. Хи-хи-хи. Так, ну это у нас фул. Это у нас, по-моему, тоже фул. А вот это, ребят, хорошо. 14 карточек на епископа. И у нас очередной портал. Встречает нас территория роботов, долина подданных, территория захватчиков, нежить, нефритовая долина. Как-то вот так. Ну, а самое сейчас интересное будет. Самое интересное и противное — это фабрика роботов. Угу. Ну что же, фабрика. Блин, тут бомбер и толкатель. Ёк-макарёк, и толкатель. Секешь? Тот самый толкатель, который любит потолкаться. Блин. Давай, наверное, так еще сделаю, чтобы как можно быстрее накумарить. Как можно быстрее накумарить и... Куда ты, Рей, ну вызвал тоже на свою голову, блин. Ну, ведь видел же, что бомбер этот летит. Зачем ты позвал, блин, а? Давай этого схватим. Нечего им тут делать. Конечно, бесел, ребят. Бомбер этот. Вот он против ниндз, против вот таких вот, он вообще идеально подходит. Потому что он их с одного удара вносит. Вот и все. Вся сила, как говорится, в их мощи, в их ракетах, которые они несут над собой. Или под собой, ну, неважно. О, вылез птенчик, партизанчик. Так. Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Да ничего мы тут не сделаем. Думал вызвать баллисту. Вот теперь надо. Вот теперь, друзья, надо. Опять он летит, паршивец этот. Вот так вот хорошо, когда мы его там остановили на месте, да, и... Он ничего сделать не может, и мы его чу-чу-чу-чу расклепыша сделали, и будь здоров. Есть контакт. Все, ребят. Здесь мы с вами тоже одолели нашего противника, нашего супостата. Блин, молотильщик. Собственно, персона, ребята, вышел. Блин, мне хочется говорить шепотом, потому что на самом деле очень сильно болит горло. Очень сильно. Так, тихо, роднулька, ты куда ж ты? Ну-ка, шух-шух. Малорик, еще один. Шух, нет, шух-шух не было. Было трр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 рr Да? Все, ребят, как в сказке. Хоп. Кто там наяривает? Кто-то может наярить, ребята, если только не молотильщик. Конечно, молотильщик, кто же еще может там наяривать? Жжж. Я даже нисколько сомневался, что именно вот так вот все и произойдет. Давай, 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 родные мои. Всекайте там по полной. Я вам подсоблю. Есть, подсобил. Да, клетка подсобила, ребята. А по-другому и быть не могло. Я бы просто так ему не сдал бы это все дело. Так, а здесь
Че там? А что прибавилось-то новое? Там, по-моему, ничего нету. Насколько я понял, да? Так что сейчас мы сделаем как? О! Все, я понял. Я понял, друзья мои. Щит-то-бот. Блин, это сейчас еще будет толкать. О, начинает сразу. Как этот курабощик какой-то. На! Ребят, сегодня 9 часов. Заканчивается сезон в ПВЗГ. Ну, растение против зомби-героя. Но дело в том, что как я буду играть сегодня, я не представляю с таким голосом. Вот в чем беда-то все. Как играть, друзья мои? И таблеточки-то никакой нету, она не поможет. Она тебе не восстановит твое горло за 3 секунды. Блин, вот обидно-то, а. Слушай, ну это какая-то побочка. Я тебе говорю, это побочка, ребята, потому что очень жутко я переболел. Я тебе говорю, серьезно, температура, блин, под 40. Я думал, отдуплюсь. Думал, что отдуплюсь. Просто с работы пришел, я считаю, проспал. Да, сутки проспал где-то. Ну как, если это можно назвать проспал. Промучился, ребят, промучился. Так, ладно, что-то мы отвлеклись. Что-то мы отвлеклись, тут все уже как-то... Все как-то пошло не так, как надо. А что? Что происходит? Ну-ка, две баллисты возьмем. Вообще-то я хотел позвать этого. Жнеца. А я его и позову. Я его и позову. Есть. Фига там у нас времечко-то уже осталось маленечко. До проигрыша. Но благо, благо вовремя спохватились. Так, ребят, ну что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Там у нас термин. Термин 9000, ты представляешь? Это типа его, наверное, что ли собирают, да? Термин 9000? Это он на сборке у нас идет. Такс, такс, ну куда ты, паршивец, бежишь, а? Ну вот куда? Молодечек, успокойся. Шух. Красиво. Очень красиво. Ну. Я ведьму позову, ребят, я позову ведьму. Сейчас, я чувствую, выйдет. Что-то такое ощущение, что сейчас пойдет уже. Сейчас побежит. Вот он, ребятушки, вот он. Был. Одного заряда хватило, чтобы его в труху снести. Вот так вот. Ну что, ребятушки, вот и прекрасно. Мы прошли с вами территорию роботов. Ой, давай заберем сундук. Так, что у нас тут? Ничего интересного абсолютно нету. И вот она, долина подданных. Угу. Супостаты, блин, ребят, ну как же этот меня напрягает, а? Как его звать-то, разбойник-то этот? Душегуб. Карманник. В общем, вы поняли, о ком я говорю. Да, я говорю о бродяге, который вот, ребят, уже бежит Ханурик, уже бежит. Ну, тут его встречает вот этот тынч. Понял, да, это все? Угу. Так, опять он идет. Хе-хе. Не дошел. Кривозадов. Просто, друзья мои, не дошел. Угу. Ну, теперь я вообще могу не волноваться, потому что у них очень большое расстояние между... И пока они, бродяги эти, будут в инвизе, он через одного пройдет, но на втором обязательно споткнется. Как-то так. То есть бродяга вот здесь вот вообще для нас мусор. Да, это мягко сказано будет. Мусор для нас здесь бродяга. Так, вот здесь вот что? Тут, ну,
крестьянин, то, что будет быстро выбегать, но мы можем его контрить с помощью вот нашего самурая. Ну, опять же, ребят, не забываем про бродягу. Потому что он может вылезти из ниоткуда. Вот, он уже появился. Уже идет. Его надо только вот так вот шпоркать. Потому что он сам... Как, ребят, ни странно, но он может завалить самурая, да? Причем в легкую. Ну... Смотри, и что он делает? Накликивает там. Да хорош там выпендриваться. Нормальненько, давай сейчас мы им там прокатились фаерболом по ним. Так, ребятушки, ну здесь что? Здесь проявляется маг. Маг кислых щей. С ним надо быть поаккуратнее, потому что он бомбит очень далеко своими этими молниями, поэтому здесь... Ну, в принципе, наш Терракоша подойдет. Блин, ну вот это вот. Ну вот это вот, конечно, это уже. Вот так вот. Успел, да? Успел. Все нормально. Это мне сразу вспомнилось, знаешь, за кого? За этих, когда... Ёк-макарёк, вот он маг. Когда мы играем за захватчиков... Куда-то? Опа! Попадусик, да? Когда мы на территории захватчиков, помнишь, там тоже была ползун, ползет, и УФО, НЛО летит. И вот там ты не успел, если правильную комбинацию выстроить, то он может одного захватить и против тебя же его направить. Вот, и здесь то же самое. Хитро они, конечно, провернули с этим бродяжкой. Так, ребятушки, ну что, у нас предпоследняя здесь миссейка. И... Погоди-ка, а что у нас так... Стой, подожди, а почему у нас так все быстро закончилось-то? Мы что, 3 отряда отыграли уже? Да ну-ка нафиг. Что так быстро-то? Так, тихо, ты, Папандопол, иди отсюда. Идет она мне там с посохом. Давай вот так вот сейчас. Чух. Шух. Все, валяйся там. Слушай, бродяги, по барабану. О! Как же нам фартануло-то, а? Что он вляпался в эту жижу, ничего сделать не смог. Красиво. Ну, тут уже все, ребят. Распетрушили, разбомбили их по полной программе. Ой. Так, ну а у нас последняя здесь территория. Нет. Нет. Там хоть и король, друзья мои, но все-таки надо быть поаккуратнее. Ты шикмарака, а? Лезет. Ладно, сейчас я его встречу со всеми, как говорится, почестями. Все. Губошлеп получил свое. Так, дядя Рунин. Ну что ты, ну ты... Совсем он в последнее время расхлябался, ребята, наш дядя. О! Нифига себе, я даже не увидел. Что там халабуда бежал уже? Вот это да. Сижу такой, смотрю, он проявился уже. Хе. Да, такие подставы. Знаешь ли, нам не нужны, как бы. Ну, понятно. Дали нам 10 крестьяшек, да? Так, ну что, вот территория захватчиков, блин, самая, по-моему, самая туго разбираемая команда — это, блин, захватчики, ребят. Особенно вот когда вот эти стражи, потом жабы с молотом бегут, там, блин, ты начинаешь мандражировать, потом слизни эти морпехи бегут, блин. Да. И все в этом плане.
А что, куда деваться-то? Деваться-то некуда. Надо бомбиться, надо биться. Да. Давай, вот, Джен, выходи. Может быть, ты его как-то, я не знаю, там откинешь, выкинешь. Что за фризы пошли? Угу, угу. Так. Страж что-то глюканул. Страж глюканул, и это как бы нам дало какое-то небольшое преимущество. Совсем маленькое. Но этого было достаточно. Мы его в спину, как говорится, нокаутировали, и все. Блин, бедный мой Палыч там. Да нет, все хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается, да? Так, откинули мы его, этого стража, и правильно. Пока он там добирался, мы его просто... Тьф-тьф-тьф, я имею в виду замок. Расфуфлыжничали. Так, друзья мои, переходим на еще миссейку. Ой, а где у нас? А у нас только здесь. Хм. Надо будет зайти еще в черепашки глянуть, починили ли там нам все, что нужно. Или же не починили. Ой, ёк-макрёк. Ядрён-матрён, ей. Фу, Ронин, ты спас меня. Уже в который раз ты меня спасаешь? Давай этого пугала теперь. Оп. Ну. Изи-катка называется. Изи-катка, друзья мои. Один Ронин практически справился со всеми. Еще и квестик мы с тобой завершили. Так. Третий поединок. Все, ребята. К сожалению, у нас на сегодня закончились попытки. Ну что, дорогие друзья, тогда на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.